К полутора годам условно приговорил Ленинский районный суд рулевого яхты «Ольга», затонувшей летом в Иртыше. 18-летнего Вадима Отмахова признали виновным. В смерти двух его друзей суд установил, что 20 июня во время ночной прогулки на яхте Отмахов неоднократно нарушил технику безопасности. На судне, рассчитанном на 6 человек, находилось 7. В какой-то момент вся компания переместилась на левый борт яхты, отчего она и перевернулась. Все пассажиры оказались в воде в 20 метрах от берега. Вместо того, чтобы оказывать им помощь, Отмахов пытался спасти судно. В итоге двое молодых людей погибли. Обвинение требовало 1,5 года в колонии-поселении. Суд учел смягчающие обстоятельства, молодой возраст подсудимого, признание им вины и выплату компенсации семье потерпевших. Наказание назначили условно. Также студента лишат права на вождение плавсредства на 2 года. Обвинение пока не высказало своей позиции по приговору. По мере его поступления в прокуратуру, в предусмотренный уголовно-процессуальным кодексом срок, будет дана оценка. Соответственно, омским транспортным прокурором принято решение о его обжаловании в вышестоящую инстанцию, либо нет. Его раскаяние было искренне, по нему это и по нему видно было, в его словах это было видно. И он пояснил, что он, и хоть и лишили его этого специального права на 2 года вождения, он и так и не водит этой яхты, потому что в настоящее время боязнь еще не отошел от того потрясения, которое случилось. Потерпевшие были парни, это его были друзья.